Ребят, всем большой привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Уже практически 2 недели я хожу с новым Galaxy S22 Ultra. В этом ролике я хочу вам рассказать, что же на самом деле из себя представляет свежий флагман от Samsung. Не очень сильно про технические характеристики, в основном про то, как это все работает. Процессор, аккумулятор, как работают камеры, насколько он нагревается, насколько камеры хорошие или плохие по сравнению с iPhone, по сравнению с предыдущим Galaxy S21 Ultra. Рассказ про то, что компания Samsung сама убивает игры за счет своего приложения, Game Booster и так далее. И что меня вынудило в итоге воспользоваться стилусом, считайте, первый раз при использовании Galaxy Note 22 Ultra. Короче, в принципе, расскажу вам свое мнение по поводу этого устройства и даже не знаю, стоит ли им пользоваться дальше. Или, может быть, стоит уже переходить на Sony Xperia Pro i, про который вы очень сильно спрашивали и хотели, чтобы я сделал видео про этот телефон. В общем, видимо, наверное, придется перейти, потому что надо двигаться дальше. Ну и, как всегда, продолжаем отвлекаться от тех будней, которые у нас происходят вокруг. Все очень непросто, поэтому давайте немножечко о том, что попроще. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Сразу, друзья, хотел бы вам задать вопрос. Те, кто покупали себе ультра Samsung, 20-й, 21-й, может быть, Note, что для вас самое важное в Samsung? Ради чего вы покупали именно ультра-версию? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне кажется, это камера. Или я ошибаюсь? Напишите. Еще раз хочу сказать, что про технические характеристики не очень хочется говорить. Буду рассказывать о том, что из себя представляет этот смартфон. Первое, наверное, на что стоит обратить внимание. Конечно же, камера. Мы хотим, чтобы этот смартфон фотографировал хорошо. Но, по сути, он фотографирует, на самом деле, на уровне Galaxy S21 Ultra. И несмотря на то, что компания Samsung говорит о том, что здесь установлены новые суперпрозрачные линзы, ну, как бы особой разницы я не увидел. Но об этом давайте попозже. В первую очередь, наверное, про корпус, потому что, если посмотреть другие техноканалы, многие говорят, что классно выглядит блок камер, классно выглядит корпус, классно им пользоваться, на возвращение серии Note и так далее. Честно могу сказать, что мне предыдущий Galaxy S21 Ultra по дизайну нравится больше. Во-первых, нравятся более покатые края, мне нравится то, что он менее широкий и им удобнее пользоваться. Этот смартфон достаточно широкий. Да, конечно же, он нормально лежит в моей большой руке, но когда я набираю, например, текст, до левого края мне дотянуться крайне сложно. И некоторые слова прям приходится дописывать второй рукой, потому что одной не получается это сделать. Конечно же, мы за последнее время привыкли к очень большим смартфонам, и, наверное, самый большой и неудобный смартфон в этом вопросе — это iPhone. Ну вот, на самом деле, Galaxy S22 Ultra в ту степь. То есть, еще раз скажу, мне эргономика 21-го больше нравится. И, кстати, что касается блока камер, дизайн блока камер, мне тоже больше нравится то, что было на Galaxy S21 Ultra. Да, может быть, он выглядел немножко помассивнее, зато он был поуникальнее, поинтереснее. И больше всего, что меня смутило вообще, в принципе, это то, что дизайн блока камер Galaxy S22 Ultra пришел к нам из бюджетной серии Galaxy A32. Это настолько странно и настолько было необычно увидеть. И честно могу сказать, что... Ну, давайте я все-таки честно буду рассказывать вам, да, без каких-то прикрас. Ну, не очень. Вот, ну, мне лично не очень. Вы можете много мнений найти по поводу того, что кому-то как бы очень, и блок камер теперь не так сильно выпирает и так далее. Мне нравится предыдущий. Я хочу с вами быть честным, поэтому рассказываю то, что думаю. Понятное дело, что у меня нету никаких вопросов к экрану. Он действительно очень классный, яркий, сочный. 1750 нит яркости в пике, под солнцем, где угодно, ты пользуешься, получаешь удовольствие. Например, если под яркими солнечными лучами ты достаешь смартфон, чтобы кого-то сфотографировать, тебе даже не надо прищуриваться и пытаться посмотреть, потому что все очень хорошо видно. Я думаю, что когда вы фотографировали под солнцем, вы знаете, насколько это порой проблематично. Здесь все выглядит отлично. Есть вопрос, касающийся частоты обновления. Понятное дело, что здесь 120 Гц, и они могут двигаться и быть динамичными, но нам обещали 1 Гц. Ну, хорошо, окей, 10 Гц, как у других производителей. Однако в статичной картинке смартфон выдает 24 Гц. Причем у кого-то была подобная история, то ли у Realme, то ли еще кого-то, и чтобы получить 1 Гц, надо было выкручивать яркость на максимум, и тогда он выдавал 1 Гц. Но здесь этого тоже нет. То есть 24 Гц в статичном изображении вы получаете. Где 10, где 1 Гц, не очень понятно. То ли это маркетинг, то ли обман, то ли у меня просто не получается получить этот 1 Гц, не знаю. Чтобы, кстати, у вас постоянно отображалась частота на экране, вам нужно зайти в режим разработчика, изначально его нужно активировать, и там есть отображение частоты экрана. И что самое интересное, при заблокированном
экране, при включенном Always On Display у нас частота 60 Гц. То есть частота обновления экрана даже выше, чем когда у нас просто статичное изображение. Это тоже как будто бы немножко странно, потому что, ну ведь получается, энергия вообще не экономится. Ну, понятное дело, что Always On Display немножко съедает аккумулятор, процентов, наверное, 10 от общего использования. А так как аккумулятор здесь не самый на самом деле лучший, то тоже тут есть вопросы. И по зарядке тоже были вопросы. В интернете летали графики того, что фирменная зарядка, которая на 45 Вт, она на самом деле эти 45 Вт не держит. Точнее, держит только первые 3 минуты. Но про это чуть попозже поговорим. Друзья, и вы помните, что могут возникнуть вопросы с YouTube, да, он отключится, закроет его или еще что-то. Поэтому я внизу оставляю ссылочку на телеграм-канал, на Дзен, на ВК. Переходите, подписывайтесь, давайте не будем теряться, потому что все-таки нам нужны полезные видео для того, чтобы понимать, что происходит с мобильной индустрией. Вам нужно смотреть, нам, техноканалам, нужно делать, поэтому давайте будем на связи. В экране встроен сканер отпечатка пальцев, он работает хорошо, вот прямо хорошо, а вот разблокировка по лицу работает медленно. То есть я привык к китайцам, к Realme, к Xiaomi, ко всем остальным, ты просто поднимаешь смартфон, ты просто даже смотришь на него, и он разблокируется. Samsung немножко другой, ты его поднимаешь, смотришь на него, он такой: так, Филипп, привет, и только после этого разблокировался. То есть проходит примерно секунда-другая до разблокировки. У китайцев все происходит прямо практически мгновенно, причем это может быть китаец за 20 тысяч рублей, и у него тоже все это работает. Дополнительная ли это секьюрность или тормознутость системы, не знаю, ну вот так, по крайней мере, все происходит. Да, очень важно, друзья, сразу включить виброотклик на Max. Потому что изначально вибра здесь очень слабенькая, и ты думаешь: блин, Samsung, ну почему такое слабенькое вибра, почему такое слабенькое постукивание? Я хочу, чтобы мне хорошо отдавалось, я хочу, чтобы это было как на OnePlus, как на Xiaomi, ну как бы классная вибра, толчки такие приятные. Так вот, чтобы на самом деле прочувствовать вибра, нужно обязательно зайти в звуки и вибрации. Дальше раздел интенсивность вибрации, и вот здесь сенсорный ввод поставьте на максимум. Вот тогда вы начнете чувствовать вибрацию, вот тогда вы поймете, над чем компания Samsung работает. Потому что на самом деле здесь есть прямо очень прикольные взаимодействия в рамках системы и вибрации. Когда происходит перемещение каких-то ползунков, когда ты увеличиваешь масштаб на камере, все остальное, это отрабатывается в Samsung. Может быть, не так супер классно, как в OnePlus 10 Pro или как в Xiaomi 12 Pro, но в любом случае хорошо. Точно вам говорю, не надо отключать вибро, как многие на самом деле это делают. Лучше включить его на максимум, будет прикольно. Мне нравится, как работает стерео, мне нравится, как звучат стереодинамики, достаточно громко, ну, у Samsung здесь все в порядке, и мне нравится, как реализован дизайн верхнего динамика, потому что его практически не видно, то есть, если не приглядываться, то ты вообще не увидишь, в принципе, ту щель, из которой идет звук. И за счет того, что эта щель такая маленькая, ты даже, может быть, немножко удивляешься, типа, как из такой маленькой щели появляется такой хороший звук. При том, что если прикрыть нижний динамик, из верхнего динамика будет звучать достаточно много звуков, все равно есть небольшой перекос на правую сторону. Здесь все-таки основной звук сконцентрирован, и я сказал бы, что мне хотелось бы, чтобы у меня звук прям был вообще полноценный. Полноценный звук, насколько я помню, был в Asus ROG Phone 5, просто шикарный смартфон. В принципе, полноценное стерео на iPhone и на Xiaomi, например, тоже. У меня версия на Exynos 22.2.0, понятное дело, что есть версия на Snapdragon 8 Gen 1. Я на самом деле думаю, что если у моих друзей компания Cyprus, где, кстати, вам рекомендую приобретать этот и другие смартфоны, причем Cyprus хороши тем, что у них в рамках вот современной истории все равно есть интересные модели, и Pixel 6 Pro, и Xiaomi, и все остальные. Ну и, конечно же, я внизу оставляю ссылочку на магазин, если перейдете и сделаете покупку, вам будет подарок, так что welcome. Так вот, что касается производительности, нагрева и всего остального. Смартфон не сильно много выдает в AnTuTu. В целом результаты порядка 800 под 900 тысяч баллов, и это примерно на 5-10% меньше, чем у других собратьев флагманов 2022 года на Snapdragon. Сказать, что это проблема? Нет, конечно. От того, что он на 5 или 10% выдает меньше баллов AnTuTu, меня это вообще не волнует. Меня волнует другое — подтормаживание системы. Какой бы быстрой эта система ни была, какой бы отзывчивой она ни была, все равно у нее есть микроподтормаживание, микролаги. Понятное дело, что смартфон только вышел, на него только прилетело всего лишь одно обновление, которое пофиксило какие-то моменты, но все равно, естественно, допиливать будут систему. Но есть микролаги, я не могу сказать, что они меня как-то раздражают. Они просто обращают на себя внимание, типа, у Realme нету, у Xiaomi нету, а у Samsung есть. Почему так?
Ну и в принципе, что касается Antutu, смотрите, 886 тысяч баллов, 35 градусов нагрева. Дальше падение, 799 тысяч баллов, 38 градусов нагрева. И тут же 778 тысяч баллов и 39 градусов нагрева. Нагрев небольшой. Это, я бы сказал, прямо плюс по сравнению с теми печками, которые были и на предыдущем Snapdragon 888, и на новом Snapdragon 8 Gen 1. Samsung прямо совсем не печка. Не греется от слова вот практически вообще. 40 градусов в Antutu, когда Xiaomi, Asus, Sony нагреваются до 50 градусов, это, конечно же, победа. Возможно, Samsung специально немножко занижает производительность процессора, дабы сильно не нагревать этот смартфон. А вот график тротлинга выглядит, честно говоря, не очень. Я бы сказал, что я давно не видел таких проседаний в самом начале работы на каких-либо других флагманах. Ну и давайте так. Понятное дело, что на Samsung пойдут абсолютно любые игры. Это первый момент. И второй момент. Также понятно, что Galaxy S22 Ultra люди покупают не для того, чтобы играть в игры. Если вы хотите играть в игры, вы покупаете соответствующие смартфоны. Да, это Asus, это на какие-нибудь решения от Xiaomi и так далее. Да, они, может быть, будут греться, но они и предназначены для игр. Там есть курки и все остальное. Samsung это больше про стиль, Samsung это больше про дизайн, Samsung это больше про позиционирование себя, когда ты, не знаю, кладешь просто смартфон на стол. Понятно, у тебя Samsung Galaxy S22 Ultra, который стоит сейчас в России там в районе 200 тысяч рублей, ты как бы типа молодец. Ну и в основном, конечно же, все-таки это про камеру. Поэтому понятное дело, что вы сможете играть абсолютно в любые игры, где-то будут просадки, где-то будет понижение частот и все остальное. Комфортно ли играть на Samsung? Да нормально. Я особо проблем с этим не испытывал. Можно ли назвать это ультимативным геймерским решением? Нет, его не нужно называть ультимативным геймерским решением. А вот вещь, которая многих действительно расстроила, это то, что в базе у нас теперь версия на 8 гигабайт памяти, потому что даже в прошлом году в базе была версия на 12 гигабайт. Теперь у нас 8128, 12256, 12512 и 12 на терабайт. Что касается, по сути, единственного смартфона в мире, у которого есть стилус. Ну, реально, если смотреть, там кто-то, конечно, выпускал, там LG или еще кто-то. Единственный смартфон, давайте честно будем говорить, у которого есть стилус, который хорошо работает, который быстро пишет, который может писать там на заблокированном экране и так далее. Значит, я скажу вам, я стилусом не пользуюсь. Вот практически вообще. Что забавно, по сути, вот за 10 минут до начала записи этого ролика я в итоге воспользовался этим стилусом, и это ситуация, в которой мне он помог на 100%, и без него бы я справлялся очень грустно. Мне мой сын Оскар прислал фотографию своего задания по английскому языку, и мне надо было его проверить, и мне надо было написать, что там правильно, что неправильно. Вот тут стилус вообще отлично. Я достал фотографию из WhatsApp, все там написал, сверху начирикал, куда что поставить, что заменить. Тут, конечно же, работает стилус просто великолепно, и никакие пальцы его не заменят. В остальном, по большому счету, я стилусом не пользуюсь. Понятное дело, если бы мне надо было, там, не знаю, выделить текст, его там, может быть, перевести, еще что-то, я, возможно, воспользовался бы стилусом, но по жизни, еще раз хочу сказать, что я им особенно не пользуюсь. Также я знаю, что есть огромное количество людей, которые стилусом пользуются, которые пишут всегда в комментариях, что «а я стилусом пользуюсь, он мне помогает, он является моим рабочим инструментом, я при помощи него там рисую, редактирую, занимаюсь всякими разными штуками» и так далее. Мне причем, знаете, кажется, что вот тот кейс, который Samsung всегда показывает, что типа записать покупки, мне кажется, что как раз-таки покупки особенно никто не записывает. Но напишите, пожалуйста, в комментариях, прав я или нет. Мне кажется, что люди используют стилус, но именно в работе, когда прямо нужно четкое нажатие куда-то на экран и чтобы дальше произошло какое-то действие. То есть именно профессиональное использование. Может, я ошибаюсь, не знаю. Очень круто, что у нас здесь снизу есть USB Type-C версии 3.2. Это очень быстрый USB. Файлы по нему через провод передавать просто шикарно. Через него мы, кстати, соответственно, и заряжаем наш смартфон. Отдельная история. Значит, смартфон поддерживает, наконец-то, 45-ваттную зарядку. Это с одной стороны. С другой стороны, оказалось, что эти 45 ватт по сравнению с 25-ваттной зарядки дают прирост только в 6 минут по скорости. Это, честно говоря, как будто бы как-то странно получилось. Смартфон заряжается примерно за час 20, может быть, час 10, в зависимости от разных условий. Есть разные настройки аккумулятора, типа сбережения аккумулятора, чтобы не заряжался выше 85%. Это есть в настройках. Также интересный момент, я уже говорил, в интернете ходит рассказ о том, что оригинальный блок питания на 45 Вт, который продает компания Samsung, он не тянет на постоянке эти 45 Вт. Он дает только первые 3 минуты 45
5 ватт, а потом снижается. У меня нету этого блока питания, поэтому я вам ничего не могу сказать, ни плохого, ни хорошего. Ну, раз об этом говорят, значит, так оно и есть. Но что как бы важно знать про аккумулятор? Он стал больше, он большой, 5000 мАч. Его должно, по большому счету, хватать, ну, на целый день работы, однако все-таки нет. Во-первых, могу сказать вот какую вещь. Он очень сильно прыгает в разные стороны. То есть в один день у тебя может быть 4 часа работы экрана, а в другой день у тебя может быть под 6 часов работы экрана. И я вот не смог уловить, где же эта разница. И вот это отсутствие стабильности, честно говоря, меня не очень сильно радует. То есть смотрите, я вам покажу пару скриншотиков. Вот, например, 15 часов 23 минуты проработал смартфон, 4 часа 51 минуту проработал экран. Нормально. И тут же 17 часов проработал смартфон, 17 минут и 3 часа 55 минут работы экрана. Этого уже мало. То есть это уже при интенсивном использовании в 6 вечера у тебя смартфон садится. Или третий вариант, да, 18 часов 59 минут, ну 19 часов проработал смартфон, 4 часа 5 минут работы экрана. Или вот, например, 9 часов 27 минут проработал смартфон, 5 часов 57 минут работы экрана. Ну, то есть очень нестабильно. Я думаю, что для большинства людей этого количества достаточно для дня использования, но мне не очень подходит. Но что меня больше всего расстраивает, это когда у тебя остается 10%, все, это туши свет. 10% могут улететь буквально за 10 минут. Ты положил смартфон, в пару раз разблокировал, у тебя уже 5%, потом 3-4, оп, и все. И тут, знаете, еще есть не такой небольшой обман от Samsung, я не знаю, когда у тебя остается 5%, если зайти и посмотреть, то написано, что осталось работы смартфона 1 час 6 минут. Это после того, как ты смартфоном уже пользовался, грубо говоря, неделю-другую, он знает, как ты используешь его. И в реальности 5% это минут 10-15, и все, и смартфон выключился. Почему он пишет 1 час и 6 минут осталось, не очень понятно. Вот, понятное дело, что есть беспроводная зарядка, не очень быстро, есть реверсивная зарядка, можно сверху положить какие-то гаджеты, там зарядить, это вы все в курсе. Но, в общем, я не очень, я бы сказал так, удовлетворен работой аккумулятора этого смартфона. И, например, на 21 ультра, мне кажется, там как-то более уверенно все было. Ну, опять же, в сравнении с 21 ультра давайте поговорим про камеру. С одной стороны, у нас, по большому счету, осталось все точно так же. 4 модуля, основная камера на 108 мегапикселей, есть трехкратное увеличение, 10-кратное увеличение и сверхширокоугольный модуль. Вы все прекрасно знаете по цифрам и так далее. И я, естественно, делал уже сравнение с несколькими разными смартфонами. И вот, например, я сравнивал новый Ultra с Galaxy 21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra. И что я могу сказать? Я могу сказать, что особо прироста по фотографии, вот именно по качеству фотографии, я особенно не заметил. Причем, очень важный момент, друзья. Есть все-таки зависимость от того, что здесь стоит Exynos. Потому что если мы возьмем с вами Exynos-версию и Snapdragon-версию смартфона, вот, например, 21 Ultra, Ультра у меня был, и тот, и другой. И видна разница в фотографиях. Видна больше, например, детализация на фотографиях, когда ты делаешь фотки на Snapdragon версии. Причем, когда я сравнивал Galaxy Note 20 Ultra, то там как раз-таки была большая детализация у Exynos. А Snapdragon мне, честно говоря, не очень понравился. Вот, поэтому, если посмотреть другие техноканалы, я прямо видел, как люди показывают разницу между 21 и 22 в пользу 22. Но там были версии на Snapdragon. Человек показывал стену, видна шероховатость, показывал лицо, видны поры там и так далее, и так далее. Вот такие моменты. И эти моменты в основном я не заметил, когда я сравнивал вместе с 21 и 20 Ультра. То есть разница прямо минимальная. Я бы даже сказал, есть моменты, которые меня расстраивают. Например, работа режима HDR. Почему-то небо стало засвечиваться, когда ты фотографируешься на фоне заката и так далее. Раньше этого не было. Когда ты делаешь портретики сейчас, даже на основную камеру, все равно происходит сзади засветы, а раньше этого не было. И причем, так как это программная функция, я думаю, что ее можно было бы допилить. В плане видео, наверное, ситуация немножко получше, потому что вот в видео как раз-таки видна разница в съемке. Вот вы сейчас видите кусочек, где показывается поверхность снега. Как раз-таки по ней очень хорошо заметна разница между 22-м и ноутом. То есть прямо ощутимо, гораздо более детализированная картинка. Тут вопросов никаких нету, все работает очень хорошо. Я, конечно, не знаю, что для вас важнее, видео или фото. Для меня важнее фото, честно говоря. И вот в этом смысле я немножечко подрастроился. Еще раз скажу, что, понятное дело, будут прилетать обновления, будут прилетать фиксы и улучшения камеры и все остальное. Если прям будет какой-то интересный прорыв, ну, я, конечно же, об этом вам расскажу. Пока я все-таки, наверное, немножечко не удовлетворен возможностями
фотографий. Ну и по финалу, что можно сказать, друзья? К сожалению, смартфоны стали стоить, как и все остальное, как вся наша жизнь стала стоить гораздо дороже. Мы с вами оказались в той ситуации, когда прямо сейчас будет, в принципе, на тему всего оверпрайс. Что с этим делать? Непонятно. Стоит ли покупать Galaxy S22 Ultra за 200 тысяч рублей? Наверное, я бы сказал, не стоит. Я бы как минимум подождал, пока либо доллар устаканится, либо с ценами что-то произойдет. Потому что в любом случае они уже сейчас начинают чуть-чуть откатываться назад. Плюс, конечно же, появится там серый рынок. Опять же, в рамках того, что есть определенные трудности по доставке теперь смартфоном. Да, но все равно серый рынок появится, что-то будет. Будут какие-то появляться предложения и так далее. Поэтому я бы все-таки прямо сейчас не рекомендовал вам именно бежать и покупать смартфон. Нет, понятное дело, если очень хочется. Если хочется иметь самый топовый Samsung, многие же на самом деле успели предзаказать его еще по нормальным ценам, да, там как бы все хорошо. Мне больше нравится 21 Ultra, и я бы, если вы хотите купить себе Ultra Samsung, покупайте Galaxy S21 Ultra. Я думаю, что вы абсолютно не разочаруетесь, он очень кайфовый, интересный и оправдывает свое Ultra название. Вот такая вот история, друзья. Если вдруг вам нужно сделать какое-то фото-видео сравнение с каким-нибудь телефоном, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну а вообще, очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным, немножко расставило все по своим местам. Так что, если вам нужны и дальше такие подробные и доскональные обзоры на телефоны, подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте, что мы с вами также встречаемся в Телеграме, я веду Дзен, ВК, все ссылочки будут внизу, давайте не будем теряться. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Берегите себя, своих близких. Пока!